Ягоды с неба. Тонна черешни, выращенной в Таджикистане, была доставлена в свежем виде из Душанбе в китайский Урумчи. С момента отправки до появления на рынке прошло всего 3 часа. Такой оперативности удалось добиться благодаря оптимизации контрольных процедур и таможенного оформления. Отмечу, что авиаперевозки в последние годы активно интегрируются в реализацию инициативы «Пояс и путь», отвоевывая позиции среди доступных видов транспортировки. Это, в свою очередь, повышает потенциал региональной воздушной логистики и способствует расширению товарооборота Китая с другими государствами. Самолет вылетел в 5 утра, у нас прошел таможенный транзит, а затем отсортировал товары основному поставщику. Контроль нужной температуры и времени транспортировки гарантируется. Мы предоставляем полный комплекс услуг таможенного оформления от аудита документов, выдачи сертификатов и других пунктов по принципу одного окна, чтобы гарантировать одновременно и тщательный, и быстрый процесс. Черешня из Таджикистана, кедровые орехи из Пакистана и другие продукты из стран ближнего зарубежья теперь могут оперативно попадать на столы китайских потребителей. Надежные и быстрые поставки высокоценных товаров промышленного производства, электроника и так далее помогают расширению инициативы «Пояс и путь».